Сегодня 14-я годовщина со дня кончины святейшего патриарха Алексия II. Святейший Алексий принял бразду духовного руководства церковью нашей в годы, когда началось ее возрождение. После долгих лет стесненных обстоятельств, при которых немыслимо было даже думать об открытии новых храмов, монастырей, новых учебных духовных заведений, наступило такое время. И оно было очень и очень ответственным, потому что в новых условиях нельзя было упускать ни малейшей возможности с тем, чтобы перейти на иной уровень организации церковной жизни. И святейший Алексий стал тем патриархом, который в нужное время взял по промыслу Божию бразды церковного правления в свои руки. Мне, как одному из ближайших его помощников, видно было все, что происходило тогда на самом высоком этаже церковной власти. Я с благодарением Богу могу вспомнить все те добрые дела, которые совершил святейший Алексий. Он был спокойным, разумным, требовательным и одновременно милосердным. Человеком, который с пониманием относился в том числе и к тем иногда ошибкам, которые совершало его окружение, и никогда не доставлял особой горечи людям. Но даже если речь заходила о каком-то несогласии патриарха с поступками окружавших его людей, он находил правильные слова для того, чтобы вразумить, не обижая человека. Я благодарю Бога за те годы, потому что с точки зрения той ответственности, которая была на меня тогда возложена по управлению внешними связями Русской Православной Церкви, могу сказать, что все самые трудные вопросы, которые мне приходилось тогда решать, все эти вопросы решались при благословении Святейшего, при его мудром совете и молитвенной помощи. Лично храню самые теплые воспоминания о святейшем патриархе Алексии. Знаю, что епископат, та часть епископата, которая помнит святейшего, наверняка также хранят добрые воспоминания, равно как и значительная часть московского духовенства. Сейчас, в день годовщины его кончины, совершим панихиду и помолимся упокоении души усопшего, раба Божьего, преснопамятного святейшего патриарха Алексия, дабы Господь принял душу его в небесное свое царство и сотворил вечную молитвенную о нем память в наших сердцах. Аминь. Благослови, святейший Владыко. Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков. Господи, помилуй.
сейчас светлица Божия, Господу помолись. Вместе покойне, и держи все праведные пребываю, Господу помолюсь. О крещении во внедрях Авраама, Исаака и Иакова, Господу помолюсь. О избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолюсь. Сохрани нас, Боже, Твоею благодать. Милости Божия, Царство Небесного и оставление грехов, и спросивши за мной сами себе друг друга и весь живот нас, Христу Богу предади. Я клянусь воскресенье, живот и покой усопшего раба Твоего, преснопамятного святейшего патриарха Алексия, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцем, со пресвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Thank you.
Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже. Yeah.
Христа, бессмертного Царя и Бога нашего просим. Яко ты еси воскресение, живот и покой, усопшего раба твоего, преснопамятного святейшего патриарха Алексия, Христе Боже наш, и тебе славу воссылаем, со безначальным твоим отцем, и со пресвятым и благим, и животворящим твоим духом, ныне и присно, и во веки веков. Небесный бегом
представшегося раба своего, преснопамятного святейшего патриарха Алексия, в селениях праведных ученик, в недрях Авраам ли упокой, с праведными сопричтет, а нас помилует и спасет, яко благ и человека любит. По блаженному спени, вечный покой, подаш Господи, преснопамятному святейшему патриарху Алексию и сотвори ему вечную Yeah.
Господи.